Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о солдате, который 5 лет был в плену. Первая чеченская война. В марте 1995 года штурмовая группа из 30 бойцов на 3 БРДМ при выполнении боевой задачи попала в засаду. Засада — это верная смерть. Головная и замыкающая машины подбиваются и тебя расстреливают с высоток. Группа, попавшая в засаду, живет максимум 20-25 минут. Потом остается братская могила. При поддержке вертолетов группа уцелела, только не досчитались Саши. Он был снайпером и сидел на головной машине, и взрывной волной его сбросило в ущелье метров 40-50 глубиной. Стали его искать, не нашли. Уже стемнело. Нашли кровь на камнях, а его не было. Случилось худшее, он контуженный попал в плен к чеченцам. Через 5 лет при блокировке населенного пункта нам мирные жители сообщили, что у них в Зиндане сидит наш спецназовец уже 5 лет. Мы бегом туда. Видим яму 3 на 3 и 7 метров глубиной. Лесенку спустили, поднимаем, а там живые мощи. Человек шатается, падает на колени, и я по глазам узнал Сашу. 5 лет его не видел, но узнал. Он с бородой, камуфляж на нем разложился. Он был в мешковине, прогрыз дырку для рук и так в ней грелся. В этой яме он испражнялся и там жил-спал. Его вытаскивали раз в 2-3 дня на работу оборудовать огневые позиции чеченцам. На нем вживую чеченцы тренировались, испытывали приемы рукопашного боя. Все руки у него были изрезаны. Он перед нами на колени падает и говорить не может. Плачет и смеется. Потом говорит: «Ребята, я вас 5 лет ждал, родненькие мои». Потом он нам рассказал, что с ним было за эти 5 лет. Во время обеда он кусочек хлеба мусолит часами и ест тихонечко. У него все вкусовые качества за 5 лет атрофировались. Рассказал, что его 2 года вообще не кормили. Спрашиваю: «Как ты жил?» А он: «Представляешь, командир, крестик целовал, крестился, молился, брал глину, скатывал в катышке, крестил ее и ел. Зимой снег ел». «Ну и как?» Спрашиваю. А он говорит: «Ты знаешь, эти катышки глиняные были для меня вкуснее, чем домашний пирог. Благословенные катышки снега были слаще меда». Его 5 раз расстреливали на Пасху. Чтобы он не убежал, ему перерезали сухожилия на ногах. Он стоять не мог. Вот ставят его к скалам, он на коленях стоит, а в 15-20 метров от него несколько человек с автоматами, которые должны его расстрелять. Говорят: «Молись своему Богу, если Бог есть, то пусть Он тебя спасет». А он так молился. У меня всегда в ушах его молитва, как простая русская душа. «Господи Иисусе мой, сладчайший Христе мой, предивный, если тебе сегодня будет угодно, я еще поживу немножко». Глаза закрывает и крестится. Они спусковой крючок снимают, осечка. И так 2 раза выстрела не происходит. Передвигают затворную раму, нет выстрела. Меняют спарки магазинов, выстрела опять не происходит. Автоматы меняют, выстрела все равно не происходит. Подходят и говорят: «Крест сними». Расстрелять его не могут, потому что крест висит на нем. А он говорит: «Не я этот крест надел, а священник в таинстве крещения. Я снимать не буду». У них руки тянутся крест сорвать, а в полуметре от его тела их скручивает благодать Святого Духа, и они скорченные падают на землю. Избивают его прикладами автоматов и бросают его в яму. Вот так 2 раза пули не вылетали из канала ствола, а остальные вылетали, и все мимо него летели. Почти в упор не могли расстрелять. В Сашу влюбилась девушка-чеченка, она его намного моложе, ей было 16 лет. Она на 3-й год в яму по ночам носила ему козье молоко. На веревочке ему спускала, и так она его выходила. Ее ночью родители ловили на месте происшествия. Пороли до смерти и запирали в чулан. Звали ее Асель. Она умудрялась за ночь разгрызать веревки, разбирала окошко и вылезала.
доила козочку и носила ему молоко. Он Сель забрал с собой. Она крестилась с именем Анна, они повенчались, у них родилось двое детей, Кирилл и Машенька. Семья прекрасная. Вот встретились мы с ним в Псково-Печорском монастыре. Обнялись, оба плачем. Выходит с улыбкой Саша от старца Адриана и говорит: «Ничего не помню, как будто с солнышком беседовал, а в ладони у него ключи от дома. Батюшка им дом подарил, который от одной старой монахини монастырю отошел. А самое главное мне Саша при расставании сказал, когда я его спросил, как же он все это пережил. Я 2 года, пока сидел в яме, плакал так, что вся глина подо мной мокрая от слез была. Я смотрел на звездное чеченское небо в воронку Зиндана и искал моего Спасителя. Я рыдал, как младенец, искал моего Бога. А дальше? Спросил я. А дальше я купаюсь в его объятиях», — ответил Саша. На этом на сегодня все. Канал работает только благодаря пожертвованиям зрителей. Даже небольшое пожертвование поможет планировать нашу работу и дальше рассказывать людям о Христе, Богородице и чудесах Божиих. При пожертвовании в сообщении напишите имя, которое вам дали при крещении. Записки о здравии с вашими именами будут переданы в храм. В описании есть ссылка на канал «Чудеса православия» в Телеграме и Яндекс.Дзене. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог!